Хэшки, ребятки, с вами Лекс, и я, ребят, еще хочу кое-что проверить. Это последнее, наверное, видео по Hello Neighbor, ну, по крайней мере, на данный момент, потому что у меня больше не осталось идей. Кстати, вот здесь какое-то золотое яблоко. Надо выкинуть его. Оно связано с какими-то бедами. И вот, ребята, я хочу проверить то, что, я думаю, многие уже проверяли, но в любом случае мне интересно. Я хочу проверить объекты, в которые мы еще не проникали. И первый объект, это, наверное, будет не секретом ни для кого. Это вот этот объект. Вот, мы попали сюда. Но здесь мы почему-то ничего не можем делать. Ага, мы можем лишь телепортироваться, ребят. Но, к сожалению, видите, все очень плохо. Так, давайте попробуем тогда так. Да, все очень плохо, к сожалению. Здесь нельзя ходить. Так, ну здесь ничего, ребят, нету. Я так посмотрел, посмотрите, да, сами. То есть отдельная комната, она, в принципе, готовится здесь, но для чего, я понятия не имею. Так, 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 так. Ну да, ребят, ничего интересного, по сути, здесь нету. Так, вот дверь у нас ведет к этой вот, не знаю, к скосу. Но здесь уже дверей никаких нету, вы увидите сами. То есть здесь отдельная комната, специально сделанная для вот этой большой комнаты, для окна, для этого окна. То есть вот эта дверь у нас ведет, можно сказать, ни к чему, просто ведет и все. Так, на крыше дома у нас тоже ничего, ребят, никаких интересных вещей нет, даже нету антенны. И здесь у нас текстура, серьезно? Серьезно просто? Мы провалились по текстуре, я даже не знал, что здесь есть вот такая вот текстура. Не знаю, зачем это разработчик сделал, сделал бы все материальным, это было бы нормально. Что мы ходим здесь? Как-то странно. Ну вот, в общем-то, ребят. Это первый объект, который хотел проверить. Второй объект, ребят, это лифт. Я соседа вроде бы удалил, так что не пугайтесь. Он сейчас отсутствует. Так, лифт. Вот он у нас. Лифт. Я не попал. Давайте поближе подойдем. Подальше, наоборот, отойдем. Вот, мы находимся в лифте, правильно я говорю? Да. Наверное. Вот он, лифт, и вот это сама текстура домика. То есть лифт как раз-таки находится... Должен находиться здесь. Давайте поднимемся наверх. Что нас ждет наверху? Наверху нас ждет вот это вот помещение, которое вы помните. Я уже был. О! Сосед! Сосед, ты что там делаешь? Офигеть! Ладно, пока что не будем обращать на него внимания. Так, какая-то ерунда происходит, ребят. Я почему-то застрял опять-таки. Ладно, повыше. Все, мы пробрались в эту комнату, ребят. Это комната, в которой мы не имели доступа. Здесь у нас есть вот эта вот фигня. Кресло. Почему-то кресло у нас во всех странных местах находится. Заметили, да, наверное? То есть на вот той вот фигне, на палке вот этой вот непонятной башни находится у нас кресло. Здесь кресло. То есть туда, куда нельзя пробраться, у нас в основном находится кресло. Не знаю для чего. Здесь есть лифт, ребят. Такой же лифт, как был в первой альфе, да, вроде бы. Который не работает, потому что его не существует. То есть нету пока что лифта. Как бы просто есть лифтовая шахта. Окей. Здесь у нас должна быть лестница, но ее нету. И поэтому вот такая вот перилка. Странно, что я раньше этого не замечал, но здесь есть две двери. Первая дверь здесь, вторая дверь здесь. Смотрите, да? И ведут они куда? Верно, никуда. Просто для того, чтобы мы смогли упасть. Окей, окей. Сейчас пойдем к следующей комнате, ребят. Следующая комната у нас находится... Сейчас вам покажу, где. Так, 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 так. Следующая комната. Где же ты есть? Она вроде бы здесь. Вот и она. Для того, чтобы попасть на следующую комнату, мы должны... А, можно, в принципе, и без этого сделать. Так, окей. Мы здесь находимся. И нужно на один этап вниз. А вот и нет. Я не угадал. Так, ну здесь мы, ребят, уже были с вами. Но в любом случае можно здесь опять-таки походить. То есть мы сейчас находимся за этой дверью, если вы не в курсе. Вот так вот мы пришли вот сюда. Здесь я уже был, если вы помните. Если не помните,
то пересмотрите мои предыдущие выпуски. Тоже я очень удивился тому, что здесь находится. Окей. Возвращаемся сюда. Так, и мне нужно найти то место, куда я хотел прийти. Господи, господи. Ладно. Так, спускаемся ниже. Вы слышите? Еще одна комната, в которой мало кто был, это вот эта комната за этой решеткой. Давайте здесь тоже окажемся. И к чему она нас ведет? Здесь у нас почему-то текстура, видите? Мы можем вообще нажать на эту ерунду? Давайте проверим. А, мы можем здесь стоять. Она открывает нам решетку, видите? То есть вот эта вот комната, она вообще без текстуры, но в любом случае она имеет какой-то смысл. В будущем, по крайней мере, будет иметь смысл. Вот она сама комната, в которой мы могли оказаться. С помощью того, чтобы, если мы зашли вот здесь, вот через эту дверь. Я думаю, вы помните эту дверь. Это дверь, которая находится вверх ногами, я так понимаю, да? Ведь она вверх ногами находится. Ну, в общем, ничего не видно, ребят, но она завалена вот этими предметами. Шкафами и прочим. И ведет она вот именно к этому месту, где у нас находится что? Все верно, вот эти рельсы для вагонетки. И думаю, что здесь в будущем будут все вот эти рельсы связаны. Мне кажется, что будет только одна рельс, которая будет вести по всему дому. То есть вот так. То есть одна только вагонетка будет ездить по этим рельсам. Окей. Ветер какой-то. Жуткий. Жуткий ветер. Так, где я нахожусь? Блин, здесь очень легко потеряться, я могу так сказать. Мне нужно оказаться вон там вот, ребят. Но оказаться здесь намного сложнее, чем кажется. Ну ладно, давайте попробуем тогда активировать эту ерунду. И забраться по вот этой вот теме. Так, слушаем. Что там будет говорить, во-первых? Опять-таки, я куда-то улетел. Вот. Вы помните это? Помните эту комнату? Я помню. Так, и нам нужно оказаться за этой комнатой. Но оказаться за ней очень тяжело. Так, давайте так попробуем. Вот, вот, мы здесь. Да? Нет. Еще пока что нет. Так, окей. Вот, теперь мы здесь. Здесь у нас находится почему-то... Как вы помните, ребята, еще раз. Это у нас тележки из супермаркета. Кстати, можно попробовать забрать этот стул, поставить его сюда. Но эта дверь не открывается все равно, видите? То есть мы вроде бы сделали все правильно, но она не открывается. Так, и это у нас тележки, ребята, из супермаркета. Также у нас здесь касса и супермаркеты. Написано «не продается», но она украдена из супермаркета. Это у нас наводит нас на теорию о том, что что-то своровали наши главные герои. То есть вот этот сосед, наш сам главный герой. И вообще что-то связанное с воровством. Воровством из супермаркета, потому что здесь украдены и тележки, и вот эта вот касса. Вообще можно послушать и услышать, что они говорят, но, ребят... Я английский слабо знаю. Не то, что я не могу перевести или что-то. А дело в том, что они так говорят, что нифига не слышно и непонятно. Но вообще, по-моему, такое ощущение, как будто этот звук взят из какого-то, знаете, супермаркета. Просто записали звук из супермаркета. Вот такие вот дела, ребят. То есть здесь тоже мало кто был. Ищем еще там, где мы не бывали. Но, в принципе, я вроде бы уже все места обошел. Да, вроде бы, ребят, мы все места с вами обошли. Здесь больше ничего такого сверхъестественного нету. Давайте перейдем к следующей концовке уже.
Вот у наш сосед, вот такой вот. Воу. Эта дверь не открывается, но мы можем сделать вот так вот. А я хочу... Ой-ой-ой, серьезно? Блин, не дают нам пройти, ребят, игру. Нормально. Ну, в общем-то, ничего там особенного нету. Но теперь нам показывают экран, который никак пропустить, видимо, нельзя. Ну ладно, в принципе, ребят, мы посмотрели все с вами всякие секреты. В этой комнате тоже ничего такого не было, в которой последней мы увидели. Там просто можно было посмотреть с другой стороны на вот эти вот объекты, которые находятся на конечном этапе, на концовке Hello Neighbor Alpha 3. Но мы, ребят, я просто до этого уже говорил, что... Я почти все вот эти вот локации открыл, все эти локации смотрел. И в данный момент я уже точно на 100% могу сказать, что все локации мною просмотрены. То есть не осталось никаких локаций, которые я бы не видел, либо не видел кто-то из моих зрителей, кто меня смотрит. Потому что если вы хотите посмотреть какие-то определенные серии с Hello Neighbor, там, где многие из вас не бывали, то просто смотрите мои видео, там будет много... моментов, где я просто нахожусь на каких-то объектах, которых до этого вы не видели. Либо просто не то чтобы не видели, не могли попасть. Потому что я буду объяснять в этих видео, как туда попадать. Вот этот вот именно, вот эта вот, как сказать-то, серия, как и предыдущая, она была записана с помощью одной программы, с помощью тренера, который дает мне возможность телепортироваться. То есть на определенные... несколько шагов. Вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. То есть благодаря этому я могу зайти вот на те объекты, которых зайти я до этого не мог никаким образом. То есть, опять-таки повторяю, ребят, да, возможно, это можно назвать читом, но для чего я использую этот чит? Для того, чтобы посмотреть все, что нам оставил разработчик. Для того, чтобы увидеть все, все тонкости, все загадки, все... самые спрятанные какие-то вещи в этой игре. Так что я как бы против читерства, но в любом случае, именно для того, чтобы изучить игру полностью, мне пришлось это сделать. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Лек. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, что вам именно понравилось, что вы хотите увидеть еще, связанное с Hello Neighbor. Я обязательно, ребят, для вас запишу. А с вами был Лекс. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем в комментариях. Не забываем подписываться по паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. Всем добра!